Мич, который якобы продает футболки с изображением террориста-смертника, взорвавшего бомбу в Санкт-Петербургском метро, утверждает, что его подставили. Виктор Власов уверяет, что он не имеет никакого отношения к объявлениям, появившимся в соцсетях. В одной из групп ВКонтакте, посвященной трагедии, неизвестные разместили пост. Изображение футболки с фотографией, сделанной с видеозаписи камер видеонаблюдения. На ней предполагаемый террорист, уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Подпись к посту якобы по многочисленным просьбам планируется выпуск футболок с организацией террористического акта. И указан телефон мужчины, который работает в Омской школе учителем английского языка. Как говорит Виктор Власов, ему уже позвонили больше десятка людей. Кто-то угрожал, а кто-то пытался купить товар. Звонили из Питера, из Новосибирска, из Москвы звонили, из Израиля звонили, даже из Чехии звонили. И попросили, чтобы я им футболку выслал. Правда, они там, они сказали за любую цену, там, за любую цену в пределах разумного. А я сразу, что меня подставили, я к этому отношения никакого не имею. Как говорит Виктор Власов, это не первый раз, когда его номер указывают в таких провокационных объявлениях. Ранее его же контакты оказались в посте, где неизвестные предлагали купить шапку с фотографией 10-месячной девочки, погибшей в результате авиакатастрофы. Добавлю, что в этот раз Виктору даже не позвонили ни из полиции, ни из Следственного комитета. По последним данным, в результате взрыва бомбы в питерском метрополитене погибло 14 человек и пострадали более 60.